Любка! Нет, Люб, я опоздал. С Матвеевым она ушла на речку. Ватруга «Не разлей вода» влюбились в одну девушку из своей деревни. Ей не пришлось делать мучительный выбор. Сердце решило за нее. Рыжик! Но жизнь рассудила по-своему. Стоять! И вот уже друзья-соперники не в родной деревне, а в городе. В воровской банде. Да закон у наших один для всех! Нет, у вора семьи! Их дороги пересекаются и вновь расходятся. Но желание обладать любимой женщиной сталкивает их снова и снова. Сам в пропасть скатился, и Любку за собой тащишь. Пора с этим кончать. Лютое соперничество полыхает, как пожар. Мишка, стоять! Есть ли шанс разорвать роковой треугольник? Способен ли один из них сделать ее счастливой? Мишка. Или многолетняя преданность, вопреки войнам, тюрьмам, изменам и подлости, уже не имеет цены на этой земле? Мне кроме Мишки вообще никто не нужен, вы понимаете это? Алексей Демидов, Михаил Пшеничный, Карина Андоленко. В пронзительной истории любви на фоне непростых для страны десятилетий в сериале «Сучья война» на канале «Феникс плюс кино».